Всем привет! Это Александр, город Салоники. Друзья, хочу... Сегодня у нас 25 мая, воскресенье. Хочу вам сказать, что сегодня у нас опять выборы, вновь. На прошлой неделе, 18 числа, в воскресенье, опять же, у нас были выборы. Только были региональные, муниципальные выборы. В общем, выбирали мы мэров, губернаторов и так далее. Сейчас у нас евровыборы, друзья. Выбираем Европарламент. Змея была на дороге, я просто отвлекся. Раздавили ее, такая поперек прям лежала. Да, нехорошее зрелище. В общем, будем выбирать еще одних дармоедов, тех, которые будут представлять нас в Европарламенте. Вот как раз, как я говорил в прошлом ролике, если сейчас на этих выборах вот этот вот левый из левой партии Алексис Ципрас выиграет, то якобы нас ожидают огромные перемены в Европе и так далее. Но это ерунда, не хочу, в общем, о политике. Сегодня выборы также еще на Украине, я знаю. Не хочу даже комментировать. В общем, в любом случае, удачи всем, не претендентам вот этим, то есть не тем, кто баллотируется на пост президента, ни в коем случае. Удачи людям, простому народу. Я о них в первую очередь, конечно, беспокоюсь и думаю. В общем, дай бог, чтобы все было на Украине хорошо, чтобы все вернулось на свои места, скажем так. Чтобы мирная жизнь все-таки началась там, и вот эти ужасы все закончились. В общем, не для этого я в основном пишу этот ролик. Это такое небольшое отступление было. Я хочу поблагодарить всех тех, кто побеспокоился, кто написал мне, кто сообщил, там позвонили в Viber, в YouTube, кто побеспокоился о здоровье моем, кто написал, спрашивал, как я, что я, случилось ли что-то с нами после землетрясения и так далее. Огромное вам спасибо. Я в первую очередь хочу поблагодарить Александра Шубина. Он самый первый написал почти сразу же после землетрясения. Спросил, как у меня здоровье, я даже не помню, я, по-моему, заходил, не заходил, ответил я тебе, Александр, или нет, не помню, но в этом видео таким образом еще лучше даже будет, решил вот поблагодарить, и не только тебя, и, ну, они знают, все те, кто побеспокоились, спасибо большое, все нормально, ничего не произошло, наш дом, слава богу, новый, ему лет 10 приблизительно, он... Мы почувствовали, нас качнуло, очень хорошо трясануло. Три таких продолжительных толчка было. Ну, у нас максимум, что было, это мы все высыпали на улицу, там, грубо говоря, потусовались некоторое время и потом вернулись через некоторое время обратно в свои дома. Для тех, кто не знает вообще, о чем идет речь, то есть, кто думает, что я сошел с ума, и у меня глюки начались, я начал гнать. Друзья, вчера, 24 числа, днем, где-то, по-моему, около, ну, от 12 до часу дня, наверное, приблизительно, я так думаю, произошло землетрясение в Греции, сила 7,2 балла по шкале Рихтера, между двумя островами Лимнос и Самофраки. Это, для тех, кто не знает, по карте, это северо-восточная где-то Греция, ну, на восток, то есть север, северо-восток. В сторону Турции. Это, ну, в общем, на карте найдете, если кто не знает. И по первым данным я там посмотрел тоже сводку, и мне тоже написали некоторые, спасибо им тоже сразу за информацию, нашли, скинули, что вот Александр, вот такие вот сводки, мол, по СМИ говорят, по средствам массовой информации. Насколько мне известно, и посредством, опять же, массовой информации, как сказали, в Греции только, по-моему, два стареньких дома разрушились, и пострадавших, и тем более умерших, погибших нет, слава богу. Но вот наши соседи вот в Турции пострадали больше. По сводкам я посмотрел, что одни говорят, там, я не знаю, ну, разные цифры называют, в общем... Как сказали по Министерству, по-моему, внутренних дел, если не ошибаюсь, Турции, по их заявлению, около 100 человек пострадали, и там, не знаю, здания разрушились. В общем, нашим соседям сильно, на самом деле, досталось. И очень жаль, конечно, дай бог, чтобы не было жертв, чтобы умерших, погибших не было, я не знаю, есть ли. И что пострадавшие все эти 100 или 40, или там, сколько, какие бы цифры ни называли, чтобы они все поправились, чтобы все было хорошо.
У нас на самом деле, слава богу, в салоне как никаких разрушений нет. Хотя нас хорошо трухануло, то есть это было рядом. И эпицентр, по-моему, находился на глубине 91 километр, если не ошибаюсь, так написано, по крайней мере, под морем, на глубине 91 километр. Ну, под морем, под землей, в общем, вы поняли. Вот, в недрах земли. И, слава богу, наши родственники тоже, я позвонил, ну, мы, в общем, созванивались с городом Александрополь, это восточная, северо-восточная Греция, как раз там, вот, над вот этим районом, скажем так, недалеко от турецкой границы. Там тоже все, слава богу, хорошо, в общем, нигде разрушений нет. В целом, дома в Греции довольно новые, то есть нет таких ветхих там, хижин каких-то или старых таких домиков каких-то, чтобы они рушились, слава богу, в основном все дома довольно в хорошем состоянии. Они, кстати, когда строятся, у нас евростандарт, наши здания, насколько я, если не ошибаюсь, и по проекту, по плану, выдерживают минимум 8 баллов, кажется, рассчитывается, ну, на 8, до 8 баллов и выше, по-моему, если не ошибаюсь, у нас рассчитывают сейсмоустойчивость наших зданий по проекту. Так что, слава богу, ничего не произошло. Правда, трухануло хорошо. Я почувствовал неплохо, я там вывел всех, в общем, ну, я вывелся, я не герой, то есть те, кто повзрослее, молодежь, даже раньше меня, дети спустились сразу, у нас там и с четвертых этажей все повыскакивали. А чуть постарше, люди уже постарше преклонного возраста, они же не могут так быстро выскакивать, им нужно помогать, их нужно там по лестницам спускать. В таких ситуациях в лифт, конечно, заходить нельзя, друзья, это знают все. Вот, и мы потихоньку, ковыляя, как бы спустились по лестницам вниз. Ну, слава богу, еще раз, слава богу, он огородил нас от бед, ничего не произошло, в общем, как-то так, друзья, не буду затягивать ролик. Большое спасибо всем, и еще раз, Александру тоже, я поставлю куда-нибудь сюда или вот сюда место найду, ссылку на его канал обязательно. Александр Шубин называется его канал. Он работает на скорой помощи, он врач. Он сам помогает многим. И, кстати, все, вот как раз пользуясь случаем, хорошо, что я вспомнил, хочу сказать, заходите, подписывайтесь на канал Александр Шубин. Он из Москвы, Московская область, кажется, Зеленоград, да, если не ошибаюсь. Извини, если я ошибаюсь, Александр. В общем, я ссылку поставлю, заходите, смотрите видео, подписывайтесь на канал, ибо весь доход, все деньги, все средства, которые пойдут, все, которые будут заработаны на этом канале, пойдут на лечение. Ты отойдешь или нет, дядя? В общем, пойдут на благие дела, на лечение людей, одного конкретного человека он называл, я не помню его имя, в общем, но в любом случае, если не ему, еще и детям, потому что Александр также везде на видео помещает ссылку одного там сайта, в общем, о помощи детям, больным очень детям. И так вы тоже внесете маленькую лепту, скажем так, сделаете хорошее, благое дело. Так что все, как-то так. Заходите, подписывайтесь на канал Александр Шубин еще раз. Большое спасибо всем, кто писал. Не буду опять называть по именам, просто Александр искал только потому, что он самым первым откликнулся. Почти буквально, по-моему, через полчаса или час максимум. Я тоже удивился. И я по телефону как раз прочел, мне пришло сообщение на имейл, на электронную почту. Я прочел, даже удивился, что прям сразу в сводках это сказали. Все, в общем, как-то так, друзья. Не дай бог, конечно, никому такого, ни землетрясений, ни пожаров, ни наводнений, не дай бог. Берегите все себя и родных. Я обычно это говорю как-то быстро и автоматически, но я каждый раз это все имею в виду и говорю действительно от души. И сейчас просто хочу подчеркнуть, берегите себя и родных, друзья. Пусть Господь хранит вас от всех бед, невзгод, несчастья. Не дай бог, такое никому, даже врагу не пожелаешь. И хотя у нас как раз вот соседней стороной исторически так сложилось, что якобы вражда, но народ между собой на самом деле реально действительно помогает друг другу. И нет вот такой враждебности, нет никакого негатива и плохого отношения.
я не хочу там говорить, что вот там я герой, я там помогаю, делаю. Нет, я просто знаю, я вижу это. И точно так же не только здесь, и там друг к другу люди очень хорошо относятся. Как с турецкой стороны, так и с греческой стороны. Поэтому даже если кто-то будет твоим врагом, никогда не пожелаешь, никогда этого. И я сейчас не могу точно вспомнить, но в Турции, по-моему, опять что-то произошло, это было там несколько лет назад. В общем, я не могу вспомнить, точно я не могу сказать. И Греция, по-моему, одна из первых сразу послала помощь туда. Там МЧС, в общем, и так далее, там медикаменты, в общем, гуманитарную помощь. Я уверен, что точно так же, я не могу припомнить, но я уверен, что где-то, когда-то обязательно был момент, когда точно так же и наши соседи, наша соседняя страна нам помогала. В беде врагов нет. И конкурентов, и так далее, в общем, соперничества нет. Когда наступает беда, люди должны сплочаться и помогать друг другу, сплотиться. В общем, наверное, я неправильно выразился. Извиняйте великодушно. Вот, все, друзья. Дай Бог вам всего самого наилучшего. Берегите себя и родных. Спасибо большое за внимание. Берегите себя и родных. И до встречи на канале.